Для этих врачей день начинается еще до восхода солнца. Ставропольские медики уже больше месяца помогают районным больницам в Донском и Кочубеевском. Главная задача – разгрузить местных специалистов. Каждый работает по своему профилю. Кто-то с коронавирусными больными, а кто-то занимается пациентами с хроническими заболеваниями. Занимаюсь онкологией, а также паллиативной помощью. То есть это помощь больным с неблагоприятным жизненным прогнозом. Каждый как мог, скажем так, на общественном транспорте и так далее. Там кто-то подвозил из коллег. Раньше врачам приходилось тратить минимум 2 часа и собственные средства, чтобы добраться до районной больницы. Теперь медикам предоставили транспорт. Депутаты регионального отделения партии «Единая Россия» арендовали микроавтобус, который будет ежедневно отвозить специалистов в муниципалитеты, а затем домой. Мы как бы обиходно понимаем, сезонные болезни никто не отменял, хронические болезни никто не отменял, плюс еще всем известная пандемия новая, коронавирус. И нагрузка кратно возрастает как на лечебные учреждения, так и непосредственно на врача. Для того, чтобы сегодня нам, в общем-то, снизить вот это вот давление психологическое в том числе, нам все-таки необходимо достаточно высокую помощь оказать и в техническом плане врачебному корпусу. Я думаю, что это только начало. Сегодня вот сейчас ребята волонтерский центр здесь стоит, открывается, продолжает работу волонтерский центр. Мы говорим, посмотрим, как нам организовать. Мы сегодня должны по звонку максимально быстро доставить врача до больного. А врач будет принимать решение, что делать, как делать. Алло, добрый день. Вы позвонили в Ставропольский краевой волонтерский центр. Меня зовут Алексей. Чем мы можем вам помочь? Поддержку врачам оказывают в рамках волонтерской акции «Доброе сердце». Добровольческий центр уже несколько месяцев помогает всем нуждающимся. Волонтеры развозят продуктовые наборы и лекарства. Сейчас добровольцы сделали акцент на помощи медицинским работникам. Будем помогать доставлять лекарства на дом тем, кто сегодня болеет коронавирусом на дому. Будем помогать, будем возить медиков из дома, ну то есть помогать им добираться из дома на работу, также и обратно. Будем помогать медицинским работникам и в подворовом обходе. Сейчас собираем вот эту нуждаемость больниц, что им действительно, чем им можем помочь. Также депутаты предоставляют легковые автомобили ставропольским поликлиникам. Никита Шишков, Алексей Кравченко, Владимир Ходрев, Ставропольская телевидение.